челлендж продолжается. Я смотрел, как у Бесницкого дела, он стал миллионером прям. И сегодня я постараюсь его догнать и заключу нейтралитет с самой опасной группировкой. Зона отчуждения. В общем, все увидишь в серии. Не забывай про подписку, ведь до 50к остается меньше 3000 человек, и каждая подписка сейчас на счету. Также не забывай про лайк и колокольчик. А ну и заходи к Бесницкому, смотри, как он выживает. Желаю тебе приятного аппетита и просмотра. И я начинаю. Я не трус, но я боюсь. Да-да, друзья, всем привет, собственно. И давай-ка мы будем потихонечку выбираться из этого лаборатории. Так, стоп, у меня же есть это самое херка. Так, не понял, а что случилось, почему у меня резко потому что вон оно как работает. Фига себе, логично, не спорю. Так, собственно, надеюсь то, что здесь больше никого не будет. Надеюсь то, что я не умру. Нет, стоп, надо тут еще кое-что поразбивать. Хотя смысл разбивать, если у меня все равно сейчас перегруз. Надо уходить отсюда, но надо уходить другим путем. Надо уходить путем тем дальним. Почему? Потому что при входе в лабораторию, ну, с той стороны, со стороны оригинала Тени Чернобыля, там есть аномалия, короче. Через аномалию эту пройти крайне сложно. Может быть, даже невозможно. Поэтому я сейчас пойду, наверное, вот здесь. Тут имеется уйма радиация. Аномалия химическая. Надеюсь, то, что тут больше никого нет из мутантов, да? Все, я всех убил. Хотя это вообще не точно. И тут, возможно, тут есть кровосос. Но у меня, если что, имеется дробовик на тебя, мужик. Так что ты давай вылазь, да? Не позорься. Ладно, тут больше никого раз нет. Бесницкий, кстати, прошел данную территорию без каких-либо баллонов и прочего. Но я, видите, прям поха... Какого ты лешего, ты... А, что, боже, не можешь идти, да, серьезно, копыта выкидывай, вот это выкидывай, иди, чел, беги. Тут, короче, ломается у нас все просто к чертям. Я что, что я делаю, я принял нечаянно, боже, быстрее. Какой я кретин, быстрее, ну не тупи ты, ну боже, ну все, минус комбес, забей меня, там минус комбес, минус все, считай, наверное, в нашей жизни, все, проходи. Так, вот тут вроде нас не бьет, по-моему, да, и здесь я могу спокойненько это самое починить, против... Ага, может он починить. Давай удачи, как говорится. Так, ладно, все, давай. Проходим здесь как-нибудь. Надо только как-то тут пройти, все-таки умудриться. А, не бей. Спокойно. Я вышел каким-то образом. Правда, я такую дичь сделал, на самом деле, сейчас просто с этим табаком. Это ужас, на самом деле, так делать не надо было. Что еще надо выкинуть? Да ничего больше. Хотя я сейчас у меня опять будет перегруз. Но вроде как. Да, перегруз. Давай-ка гренку выкидывай. Все, текай отсюда, текай. Да ты с чего рофлишь, что ли, а? Убегай. Уходи скорее, мужик. Уходи. Все, спасибо. Здравствуйте. Я вылез каким-то магическим образом. Так, тут у нас тайник. Он, естественно, пустой, но в принципе сейчас. Я могу даже переодеться. Да, минус комбез. Да, потрачу, наверное, 5000 на починку комбинезона. Но надеюсь, что меньше, откровенно говоря. Ладно, мы выжили. Если бы, наверное, не баллоны, может быть, у меня бы ничего не вышло. Кстати, эффективность 66. Почему она так быстро тратится? Да. Вот тебе и ну. Да. Ладно, тогда сейчас я буду отправляться, наверное, обратно в бар. У меня тут есть хабар, который я не забрал. Точнее, я оставил его. И долбанные тушканы. Да, давай ты мне еще тут подамажь меня маленько. Так, мясо. Твой друг решил прийти. А второй что? Второй сосал, ясно. Так, ну. Мясо? Не знаю, на кому нужно это мясо, на самом деле. Только если мне скушать, но фиг с ним. Ну, идем тогда в бар. Больше делать особо нечего. Ловить тут нечего. Так, собак тоже уже, наверное, обыскали миллиард раз. Забирать вот эти вот вещи. Да, думаю, что да, давай забираем. Все равно вес позволяет мне это сделать. И идем бар. Сейчас я пойду тогда давать документы Баронину. Он мне, возможно, даст какую-либо неплохую награду за это. Я надеюсь, то, что он нам даст дробовик, допустим. Почему бы нет? Собственно, сайга бы мне вот ой, как пригодилось сейчас. Ну что, Баронин, давай. Собственно, необычные документы. Ой, мне нужен официальный сертификат для нахождения в зоне. К военным, наверное, зарешил. Если имеешь в наличии 25 тысяч рублей, могу оформить хоть сейчас. Сертификат на КПК разошлю данные тебе. А погоди. Так, на эти документы держи, ладно. ПМ даю. Какая награда, боже, какая награда великолепная, просто на самом деле. Так, а ПМ я кому должен там, нет? А, вот сюда кому-то должен ПМ. Какая награда гениальная. Ладно, я думаю, что с военными можно заключить нейтралитет. Да, даже нужно, наверное. Бесницкий с ними заключил нейтралитет. Я не понял, кстати. А вот насчет наемников, что-то я не понял. Я зря не прочитал. Конечно, сейчас можно, думаю, как-то промотать, возможно. Так, ну проматывай. На самом деле, странно в ЗП работает система сообщений. Я сейчас, наверное, не найду у осведомителя. Ну ладно, тогда будем к военным идти. В принципе, Бесницкий вроде как тоже собрался там к военным. Да, я видел, он уже с ними заключил нейтралитет. Поэтому я не буду исключением. И я буду брать уже, ребят, задание на убийство. Потому что я очень медленно разживаюсь. Это прям видно, это заметно. Меня это крайне не устраивает. Так, ладно, уж сратые патроны, думаю, я буду продавать. Так, забирай дробь, забирай вот это, 2000 плюсом. Это заметно, друзья. Давайте будем откровенны. Я уже устал вот так вот как-то
как бродить, как чмоня какой-то. Все, мы будем теперь по-настоящему лютым сталкером, байтером, возможно, где-то убийцей. И сейчас бы мне вернуться бы, на самом деле, песик бы сдать с документами, но... Тихо, чуть в костер не влетел, прикинь. Это было бы еще тупее бы смерть, нежели чем смерть Фодара. Да. Ну, во-первых, починивай мне костюм. За сколько? За 9 косарей. Ёб твою мать. Ну ладно, я думаю, что он того стоит. Так, да, я не знаю, есть смысл калашников прокачивать, если я, ну, знаю, думаю, что есть смысл его качать. Да, минус 7 тысяч. Надежность. А, минус 5 всего лишь. Ну, не знаю, минус 7 тысяч. Давай, ладно, он слишком у него лютая отдача. Я это заметил, кстати, поэтому давай. Сейчас раз-два его перезаряжаем. Но калашников меня спасал, на самом деле, уже в лаборатории, поэтому оставляем его. И берем квесты на бандитов, друзья. Ну да. Ну, все, хватит с ними нейтралитет. Я уже получил то, что хотел. Дальше, наверное, уже будет кончаться кризис у Долга и у военных. Нет, у кого там? У кризиса у бармена и у Петренко. Да, у них кризис, и поэтому они особо со мной не контачат. Поэтому я думаю, что мы уже скоро его переждем. У нас все будет в этом плане хорошо. Так, вот так давайте сделаем. И будем торговать тогда с ними. А с бандитами? Ну я уже получил от бандитов и деньги, и калашников я у них купил. Так что все хорошо. Так, работа имеется. Работа у тебя почему-то до сих пор нету, кстати, что странно. Так, ладно, возьми хотя бы что-то у меня, что тут надыбал. 3000. Здорово, Гал, да. Ну и в принципе, что? Давай работу будем брать потихонечку. Давай работу. Работы нету. Ты чмоня, у тебя работа имеется. Так, работа. Важный КПК, нычку давай, ладно, нычку найду. Здорово, работа имеется. Вали по полной, бандиты, добить скотину, добью скотину. Хер с тобой, добью где-нибудь. У тебя что, купить информацию? Вот, с наемниками за 2000. Губу ты раскатал сильно. Конечно, но договариваться можно. Работает на меня несколько сталкеров. Инфу добывает. Заказ доставляют. Обычное дело. По сезоне бегают. Так что и с наемниками хочешь не хочешь, а пересекаться порой приходится. На такой случай у нас договор имеется, чтобы без дела парней моих не шугали. Могу на неделю и тебя в курьер записать, но учти, услуга не из дешевых. Учитывая все возможные риски, расход с моей стороны, это тебе обойдется 50 тысяч рублей. Ага, мне нужен нейтралитет, 50 тысяч рублей, все сделаю. Ага, не, давай-ка я подкуплю денежку и пойду к наемникам. Да, наверное, так я и сделаю. Работа имеется, тос 34. Ну, давай сохранимся, посмотрим, что нам даст за этот тос. Рыбный консерв, энергетик 22 тысячи. Ну, можно, конечно, купить, но он как бы грейжный у меня. Блин, чел, не, давай, наверное, пока нет. Ты тут будь, короче, я потом, когда найду там более крутой дробовик, я тебе тозик-то отдам, не переживай. А у тебя все осталось от квест? А, уже другой квест. Оружие сможет отомстить, ограда не обижу. Ну что, игра вылетела? Да что ж такое-то? Ну почему такие вот... Чего ты, игра у меня вылетела за тебя, мужик? Какая тебе надо тебе достать? Ты что-то просишь сейчас твою, которую я у тебя прошу? Ладно, хер с тобой. На свалке бандит ты сможешь отомстить. Отомщу за бандитов. Так, работа еще имеется? Ничего больше нету. У тебя? У дальнего. Так, работа. А, форт 17. Еще работа другая имеется. Форт 17. Одни форты 17. Так, а у тебя? ТОС 36. Боже, ладно. Может, он смотрит на мои стволы, кстати. Как вариант. Тебе тоже ТОС нужен. Так у вас у всех были квесты на бандитов. Алло, ребят, вы чё? Ну-ка, дай-ка я перезагружу игру. Мне кажется, тут какой-то троллинг на самом деле. Это очень странно. У них всегда были квесты на бандитов. Сейчас резко им понадобились те стволы, которые у меня присутствуют. Кого? Работа. А Кате надо? А тебе что надо? МПшку надо. Да ты рофли, что ли, а? Ну ты... Ладно. Где работа? Работа, скорее всего, на свалке? Да, три квеста на свалке. Нихера себе. Сейчас нужно, получается, мне идти депо зачищать. Ну, конечно, минус реп будет у нас с бандитами. И навык авторитета, получается, улетает. Он уже не нужен. Но, на самом деле, если бы не этот навык, я бы калашников бы не раздобыл нигде. Потому что у этих типов-то он не скоро еще появится, от калашников. Так, давай-ка сейчас пойду что-нибудь выложу, пожалуй, в рюкзачок. Ибо у меня есть много таких лишних, так скажем, вещей, которые пока что мне не пригодятся. И пойдем на свалку выполнять задания, получается, вот эти вот. А затем пойду, наверное, я... Куда пойду-то? Я даже не знаю, куда мне идти-то. На интер, пока мне проход перекрыт. Обчистили тайник? Обчистили тайник! Вот вы твари! Вот это да! Вот это неприятно, кстати. Прикинь, тайник обчистили. Причем он не на самом таком видном месте-то, прикинь. А вот здесь, а вот... Не, вот тут, кстати, я складывал некоторые вещички. По-моему, всем было похер на эти вещи. Я не помню, я что-то... Давай, наверное, сейчас хлам я выложу, посмотрим заодно. Охренеть, там инструменты у меня лежали. Вот это да. Вот это на самом деле неприятно. Ну ладно тогда, ладно. Давай тогда я, не знаю, гренки можешь ставить, конечно. У меня вот веса много. Я надо сейчас что-то с весом. Вот эту хрень я боюсь выкладывать, ибо надо 12 кило весь. Ну ладно, думаю, что еще можно выложить. Да, в принципе, патроны. Ну нет, ладно, все, сколько тут у меня килограммов. Ну, выложу, короче, некоторые я вещички. Отправляем сейчас, получается, на свалку. Имеется у нас тут три квеста, один из которых это найти тайничочек. Прикинь, твари какие, а взяли, обчистили тайник. Вот это да. Я такого никогда не видел в Дотере. Я как бы знал, да, то, что в теории, то, что могут чистить тайники. Но. Да, ладно. Я пришел, значит, сейчас на свалку. Здесь мутантики что-то кричат, пердят. Офигеть, сколько тут котов, собак и прочего. Ну да, конечно, я тебя фиг убью сейчас. Вы же прыгать вроде как не умеете, да, твари? А, кроток, все-таки ты помер, да? У меня вот сейчас поднимать шуму. Два котика. Двух котиков завалили. Спокойно, все, давай, это самое. По одному нападайте, значит, тебе. Тебе давай.
Офигеть, сука, котов, а. Че за тут у вас скотобаза, котобаза, так, на тебе в лицо. Я хочу сегодня пойти к наемникам уже, на самом деле. Я хочу, мне прям хочется это сделать. Так, щитовидная железа. Но бармен вроде мутант берет часть тела, поэтому есть смысл это все дело брать. У меня к тому же набор заточки также присутствует. И в этом плане переживать не стоит. Давай, давай, давай. Блин, ну конечно меня убило то, что мне ПМ дали в награду за лабораторию. Я не знаю, ну это может нормально, типа там максимум дробовик может какой-нибудь дают, там двухстволку дефолтную. Но ПМ это что-то как-то совсем уж такое себе. Во, кстати, стали дропаться часть тел мутантов. Это хорошо. Ибо в предыдущие разы что-то совсем у меня в этом плане беды были какие-то лютые. Так, что у меня там по патронам? Ну, в принципе, ладно, патриков у меня крайне много. Ну, идем, получается, до этого тайника. Вроде тут больше никого нету, были только котики. Ну, идем до тайника, да. Почти до него дошел, на самом деле, тут больше никого не вижу. Ну, и сейчас будем тогда с бандитами расправляться. Хотя, у меня, по сути, нужно убить только две цели как-то. Продумать, может быть, как-то, не знаю, ну, убить второй из гранаты как-то расхерачить. Да, в принципе, и все, да, на этом. Так, вон, я вижу, кстати, тайник уже. Это же фига. А, это типа ящик, господи. А ты много весишь? А, так это тайник все-таки. Ясно, понятно. Ну, идем в депо. Внимание, вопрос, как же вас сейчас тут перебить? Так, вот один зашкерился, кстати. Может быть, тебе как-то вот получится... Ты где тут? Вот, да, может, как тебе получится с ножа по-тихому или как-то, или не получится такое сделать. Так, ну ты на кого-то там агришься, кстати, поэтому, может быть... Слушай, а вот этот тип, он где, кстати? Я тут, в принципе, могу пока спокойно бегать, они даже не подозревают то, что я хочу с ним сделать сейчас. Второй на валях и муха, второй-то где-то... Вон он стоит, прикинь. А, это плохо, между прочим, то, что тут стоишь-то, а? Тебя как-то и не зацепить особо. Надо подумать, как сейчас так вот аккуратненько все сделать. Смотри, вот тут челик. Слышь, а может, на натуре тебя собаки загрызут? Нет, в принципе, похер, кто тебя убьет. Тебя главное убить. Так, вот раз, два. Давай-давай, собаки, давай-давай, на него, отлично. Ой, ты зря на него полез, конечно. Давай-давай. Только не по мне. Да ну не собака, давай работай, а. Ну, бляха, тупая собака. Тихо, я помог вам, ребята, я помог. Так, подожди, да, сначала я ее обыщу. Хвостик забираем. Рублей 200 не за него получим. Это, как прокурор нарисуется, я тебя позову с ним помолчать. У меня почему-то звука нету выстрела, на самом деле, это меня немного печалит. Вот мы, кстати, можем отсюда как-то от этого челика расстрелять сейчас, когда он тут в аномалию не влезет в какую. Блин, а как так... А чё, всем пофиг на него, что ли? Так, убил. Все, пока, 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 пока. Так, ну вроде завалил и вроде убежал. Ладно, все. Ну сейчас не знаю, может надо в бар вернуться, либо же вернуться сначала вот на эти вот южные, так скажем, территории. А давай, наверное, так и сделаем, почему нет? Раз мы все равно идем в ту сторону, погнали. Как надо сейчас это дело пойти? Да, пойдем, в принципе, что не сложно. Стоп, вот тут же вроде как были бандиты. Который сейчас не будет... Я не знаю, кто там сейчас на самом деле был, но... Нормально бы чел бы не стал бы на меня агриться, скорее всего. Да, мне скорее всего... Почему про... все, ГГ, да, ну все, минус реп от бандитов. Я еще ему инструменты, ну да, минус реп, но в принципе, не суть, что уж поделать теперь. Минус реп, так минус реп от бандитов. Завалился, что фига себе, реакцию сыграл на самом деле. Минус реп от бандитов, да, но... Ну, извините, типа... Ага. Расскажешь. В школе расскажешь, понял? Гнида. Ты где есть? Ага, ясно. Все, надеюсь, это последний был. Ну, вроде... Нет, не последний. Не последний, нифига еще. Офигеть, так я ж... Ты мог меня завалить, на самом деле, когда я тут... Вот тут вот манцевался, слушай. А вот это точно последний? Вот это точно последний, по-моему. Да. Вот тебе и бандиты. Ладно, пока давай-ка я буду собирать все по максимуму, ибо я иду все равно к Сидоровичу. А он дядька такой, он дядька хитрый, он скупит все. Ну, не, если не все, уж то много, на самом деле. Так, ну что тут? Все, надеюсь, на этом точно. Так, отбивные. Это можно, кстати, болотникам отнести. Это давай заберем. Че, 47 килограмм. Ладно, давай с каждого помаленьку возьмем. Не ствол пока я убирать все равно не буду. Да. Сколько у вас всего было? Слушай, да, надо, короче, вот скрутулку надо забрать. Надо было так изначально сделать и все, типа. А то я как какой-то дурачок в натуре с ними манцевался туда-сюда, что-то туда-сюда. Все, спокойненько завалил, ушел. ППШ, кстати, у типа была. Но ППШ, наверное, она в идеальном состоянии, чувак, прикинь. Вот это да. Кстати, я мог такую найти там у бандита, точнее, купить я мог за 15 тысяч. Однако теперь можно такое не покупать. Так, банки с хламом давай выкидываем. Фига, у тебя имеется что? У тебя имеется... Ладно, давай тогда вот так сделаем. Патроны нам даже пригодятся, военные карты я даже использую. Перегруз долбанный, правда. Да что мне с ним сделать, я не знаю. У меня даже нету тех вещей, благодаря которым я могу этот перегруз как-то вывести и прочее. Ай, блин. 49,6. Да ты серьезно, на вот эту херню выкидывай. Вот эту выкидывай. Все с кайфом. Так, вот тут еще типов я завалил. Пустой. У тебя имеется ППШ, кстати. И монетки этот офигеть, два ППШ целых? Что? Вот это троллинг на самом деле. Вот это круто, на самом деле, то, что два ППШ целых. Надо что-то же выкидывать за место ППШ. Ну, давай вот так вот, наверное. Монетки еще. Вот так вот. Монетки. Все, монетки выкинули. Можем теперь отправляться к шуму.
по-шустрому раздавать квесты и бежать к Сидоровичу на всех парах, раздавать вот эти вот два ствола, два ППШ, причем они целые, что? Ладно, летим к шустрому. А мне вот чисто интересно, минус 3, ну все, забей, тут уже все ясно, тут уже минус 3 с бандитами, я похерил с ними отношения. 13 тысяч дает мало инъекция глюкозы, ну сложно, спасибо, ладно, нормально. Так, у тебя что, фига, так можно же в обмене как-то бы использовать, мне кажется. Так, мужик, здорово, Гал, значит, давай-ка хотя бы мне что-нибудь почини за 80 рублей, здесь сколько, за 7, ну в принципе, да, цены одинаковые, мне кажется, тут репутация особо не должна прям решать. Ну и вот так как-то, ножик, в принципе, 1000, не-не-не, я ножик поточу сам, у меня есть даже наборы для заточки, давай, чини, точи. Короче, идем, наверное, к Сидоровичу, там уже посмотрим. Я до сих пор, кстати, не могу найти глоу-стик, вот на самом деле, я сейчас подумал, так, работа. Мусор, зону убью, что еще, работы больше нет, хорошо. За сколько? За 2000, нет, понятно, у тебя все слишком как-то уж дешево. Так, метод ведения допросов продаем, все продаем, мне это пока не надо. Часть тел мутанта все равно, я иду сейчас, в принципе, к этим самым, как их называют-то, боже, к чистому небу, поэтому можно, в принципе, это самое не продавать. Так, вот давай-ка сейчас мы тебе хлам просто продадим, вот, кто, что никто не купит, кроме тебя, а все остальное, в принципе, я продавать тебе не буду. Там опять кто-то помощи просит, нифига себе. Так, 5000 минус 4 килограмма, наш нож еще возьми. Хороший тут хороший, да, а вот за сколько ты мне за 520 рублей, ладно, нормально. Глоу-стик брать, наверное, я не буду. Все, вот так давайте сделаем. Кто там просит помощи? А мусор, где, кстати, мусор? Бить сталкера. Погоди, а где? Блин, капец, я какой-то киллер стал, серьезно, как будто бы. Так, все, тут квест имеется, месть. А сталкера-то где завалить? Че? Не понял. Вот здесь. Да ты серьезно, какая темная мужчина, то что пишет локация. Не хочу на него ходить вообще. Навсратая. Ладно. Сейчас давай-ка посмотрим, что там происходит. Хотя, скорее всего, у них по-прежнему какой-то бред. Хотя нет, сидят сталкеры, все нормально с ними. Волчара, а что тут с тобой было в предыдущий раз, когда я сюда приходил? Странные вещи с вами происходили. А уже чисто небо сюда пришел, нифига себе, работы. Работы нету, на обмен что-нибудь выставишь. Ну а в принципе, что я тебе могу обменять? Я ничего не могу тебе обменивать. Здорово, работа, мясо кабана добудешь, да ничего не добуду. Короче, идем на базу болотников. Чего тебе, сталкер? Чего? Работа выполнена. 10 тысяч дает бабы чили. Работа еще есть, заказ, ага, аптечка первой помощи и бинт. Ну на. 6 тысяч. А еще работа есть. Мне как бы бризи плюс реп. У тебя работа присутствует. Ужин. Да какой ужин? Боже, давай это сам нормальную работу. Так, комплект, половые, полевые приборы. Какие приборы? Мясо псевдособаки. Блин, какие-то у вас странные квесты. У вас были квесты на бандитов. Надо было их сразу же брать, а? Так, работа. Бандиты обосновались. Да, убью. Все, вот это хорошо. Вот это хороший квест. Так, на возьми тогда вот эти части мутантов. Я не знаю, я все равно их уже не собираю давным-давно. 10 тысяч. Вот это по-нашему. Да, вот это хорошо. Вот, все, могу уже покупать нейтралитет-наемник. Бесницкий там что-то мне кричал, то что у тебя там денег мало, то все. Так, какой нормальный денег у меня? Я тебе фору даю, Бесницкий. Я тебе даю фору, чтобы ты пожил маленько. Я же опытнее тебя в этом самом в ДТР. Я ДТР прошел уже на канале. С режумом прошел, между прочим. С режумом, да, ты что думал? Так что, Бесницкий, ты от саба буки-то не расслабляй. Ты, мы с тобой еще это самое. Нормально все у нас будет, короче. Так, на, тут попей, поешь. Значит, сейчас давай-ка, наверное, тебе продадим эти ППШ, потому что их таскать с собой, я устал. Работ у тебя тоже нет, странно. 3000. Ты не думаешь, что кто-то и дороже прям уж и купит на самом деле, поэтому. Давай, за 7 косарей. Суммарно. Почему нет? Че, вы думаете, мало, что ли? Я скажу нормально, меня это устраивает. Что еще-то, в принципе? Да, комбез уже брать, наверное, бессмысленно. Да и нет, у тебя брать тоже на самом деле нечего. Так что давай, удачи себе. Обязательно загляну к тебе, ага. Держи в курсе. Так, ну что, идем, наверное, к бандитам, к этим гейским и. Или как мы сейчас сделаем? Поступим. Да, наверное, к бандитам и погнали. Че-то ученые вообще делают. Так, ты. Ты походи, там, по-моему, что-то взрывоопасное было, так что ты самый аккуратнее будь. Зомбики, серьезно? Зомби. Во-во, я про это говорил, про взрывоопасное. Так, ну, что тут у нас? О, господи. А чего у вас так много-то здесь? По-моему, ученый загнулся от этого взрыва. Он немного шахерел, да? Ах ты, тварь, попал по мне. Да, стрика. Просто гора учен. Чел, ну да, у тебя дурачок в команде был, я понимаю тебя прекрасно. Так, что еще? Забираем, естественно, перегруз, но в целом-то это не важно. Слушай, я вот нашел стволы различные. Там форт кто-то, кстати, просил. Так, разобрать. Офигеть, сколько сейчас я вещей надыбу, конечно. Сидорович, я к тебе еще загляну, боже. Он, да. Вот нашел глоу-стик. Наконец-то я тебя нашел. Спустя столько времени уже, на самом деле, конечно. Ну ладно. Да, тогда сейчас будем всякую билиберду выкидывать. У меня слишком лютый перегруз. А что, да этот бонд, этот хер, выкинем и все. И этот бонд выкинем, во, другое дело. Так, что у тебя было? У тебя был калашников. У тебя был, кстати, но он убитый, но патроны не имеют свойства убитым и бить, так скажем. У тебя что было? Ну, бляха, твою мать, ну, это такое себе, конечно, все. Ну, патроны только если продавать кому-то, не знаю. О, дробь, давай, дробь, отлично. Опять же, Сидорович что-то купит, скорее всего, за неплохую цену. Хотя, ладно, Сидорович за неплохую цену. Рассмешил, да, я вас, однако. Слушай, у меня же есть гранатка, да, кстати? Нате вам лимонку, фраера, в принципе. Что за... Что за дичь? О, обновлено. Обновлено. Что? Кабан, что ли, вас тут завалил? Твою мать, вода!
спасай. А ты уже каленый, боже. Капец, кабаны живучий, ужас. Фух, ладно, мы отбились. Благо. Угу. Давай тогда сейчас будем вас потихонечку обыскивать. Часть шкуры. Ну давай, часть шкуры, в принципе. Я говорю, ученые болотники нормально берут за это все дело. Так, ну что? Ну перегружен, конечно, перегружен будешь. А что выкинуть? Давай угля, наверное, выкинем. Уголь, вот это. Могу ходить, отлично. У тебя что? Мясо кабана. Давай. Можем, кстати, где-нибудь здесь это мясо приготовить. Хотя у меня есть и бобы чили, с которыми можно. У меня есть некоторые вещи. Так, разобрать. Выкинь. Не позорься, выкинь. Тихсолитовый. Ну, вот эти все, это все надо для крафта. Я знаю, это прекрасно, но у меня еще. Сейчас такой перегруз. Ой, я что-то как-то бегать начал. Быстро, нет? А, на ноже, потому что, видимо, да? Так, скорпион, кстати, цело находим. Да, на самом деле, не думаю, что стоит прям какой-то... Вау. Где ж ты раньше-то был, блин, бизон? Эх, ладно. Раньше ты был, ну, очень нужен. Я сейчас уже нахер не нужен. Так, тайник. Здравствуйте, это тот тайник? Ну, нет, ладно, повезло. А, это тот тайник? Тот тайник. Блин, я сейчас перегруз, конечно, небольшой. Да, в принципе, я могу сейчас какую-нибудь билиберду забрать, но он не минирован, благо. Повезло. Несу, знаешь, все это дело я сейчас торговцу. У тебя работа появилась? Нет? Нет, не появилась работа. А, я тебе даже не могу продать толком ничего. Охренеть, сколько у меня патриков. Так, мне вот столько не надо патронов. И медведь у меня даже появился откуда-то. Что? Живем, ребят, потихонечку разживаемся хабаром. Так, это вакцина столбняка, что даешь? А, стоп, что это такое? Антибиотик. Быстрое использование, вывод токсинов из организма. Ладно, оставляем. Можешь пригодиться, хер его знает. 11 тысяч, кстати. Нормально так. Давай еще плюс деньги. Нормально. Все нормально, все хорошо. Попутного ветра ему. У Бесницкого там, конечно, 300 тысяч. Но он с самого начала валил бандитов. А я с ними это самое. Пытался навести контакт. Но потом понял, что это херня какая-то. И невыгодная это нихера. Так что лучше уж просто. Просто убивать их и не париться. Это все реально. Не, ну реально, типа, ну так кто-то скажет, что да, типа, зачем ты тогда авторитет брал? Да я, знаете, я всегда его беру, в итоге не использую толком, вот, ну, в полной мере. Задание выполнено. 21 тысяча, симка дает пустой. Ну, в принципе, ладно. Давай пустой. И на тебе вот это вот все. Так, чуть еще надо продать. У меня вот сиги, да, вроде есть были сигареты. Кубинские возьми. Сигареты, они все равно толком не нас не подряд, так скажем. Минус 2000. Так, 2000, все, класс. Ну что могу сказать? Я не знаю, как Бесницкий там все-таки. Ну нет, я знаю, но, блин, мне не везет. Возможно, где-то и так далее. Так, ладно, сейчас еще к Сидоровичу заглянем и отправимся обратно в бар. Сидорович, здорово, собственно, работа так и не появилась. Ну, в принципе, да, ну и ладно. На тебе, короче, пистолетики, на тебе вот эту вот херню сейчас напродаю тебе еще. Фин возьми, не знаю, там закинь 7, чтобы тебя штырило 1000 рублей плюсом. На еще фортик тебе. Хотя фортик по квесту просили, ты, в принципе. Ладно, стоит, нет, не ладно. Вот это еще возьми. За 90 рублей пофиг, бери. А что у тебя можно купить? Да вы какие-то все скутные, реально. Дроби, у меня много всего, у меня в порядке, в принципе. Так, сейчас давай-ка маленько даже ее постакаем. Вот так, все, с кайфом. Тут у меня имеется станичок, ну так, что-то имеются собаки, которые решили тут покупаться, видимо, в горючий... Опа! Хороший тоник, на самом деле, классный. Плюс инструментики. Правда, для тонкой работы, но теперь-то я их, наверное, вряд ли... А, для грубой, стопа, громов, как бы я тебя квест брал для грубой работы, нет? Странно, но ладно. Вот здесь еще имеется станичок с картами, кстати. Так, собака, иди в очко собаки. В смысле, иди просто отсюда. Да это шо, да, сейчас мне еще и спалят все. Твою... Маленький кусок дерьма, просто что? Ладно, тут бандиты, я тогда уж не буду слишком прям сильно лезть тогда. Нарожон. Все, ББ, карты эти. Давай используем. В принципе, я не знаю. Там еще их девать. Это вроде как дает еще и опытность. Погоди, Громов, я что-то не очень понял. А тебе нужны вот эти вот инструменты? Или кого, или что? Так, стоп, мне вот, ну из этого всего мне ничего не надо, на самом деле. Вравлю же горб, самобей. Зачем? Спрашивается, это могу купить потом в случае чего. Оружие ты не крафтишь все равно, поэтому какой смысл? Так, работа. Берусь. Ну вот, на, бери. Чё ты не даешь? Ни хера не дает, кстати. Ладно, могу я вот эти вот штуки, видимо, грейдить. А, еще инструмент. Кого? Какие еще инструменты? Это что, рофли, что ли? Тебе только что... Да ты... Да только, в принципе, у меня есть. Ладно, так, шесть тысяч... Что? Что я сделал? Я починил, или что? А, он типа обманывает ценой, это на самом деле. У него он типа так шутит. Я помню, да, это вот это вот все. Я помню. Да ладно, что нет, давай, наверное, я надежность. Вот смотри, сколько? 2000, да, просит? Ну, берет 2000, ладно, это копейки для меня сейчас. В принципе, нормально, ладно. И надо сейчас еще бы комбинезончик бы наш. Хотя у меня есть вот эти вот штуки, так что погоди. Компезря, противогаз, плюс 8. Нет, давай-ка вот этой вот херней, отлично. И сейчас даем задание, идем тогда на лагерь наемников. Ну, как в лагерь, в принципе, брать мне какие-то задания наемников нужно. И уже потихонечку. Разживаться хабаром. Я правда хз, как нам сейчас идти в этот самый в X16. Но перед этим нужно идти, получается, в X18. Но в X18 очень опасно, лаборатория, между прочим. Ну, типа, я не шучу, она опасная. Там как бы и полтергей, и все-все-все. Так что к ней надо готовиться. А в X16, а вообще на янтаре я пока что не пройду, потому что есть путь вот этот вот единственный. А нет, через агропром есть путь, кстати. Я могу пройти через агропром. Хм, а могу. У меня же есть на боте баллоны. Есть баллоны, да, значит могу. Но это я потом буду все делать. Я хочу нормальную волыну какую-нибудь вместо калаша, какую-нибудь эмочку, да?
банально. Вот. Меня бы это очень сильно устроило, на самом деле. Но пока что без этого будем жить. Фанат, ты чё, кстати, тут тусуешься? Ты же вроде должен в этом, в деревне тусоваться, нет? Join duty. Здание выполнено. 11 тысяч хлеб пива. Спасибо, огромное хлеб пива. КСУ 74. Ты чё? Привет, чё? Прошу, почему вам это надо-то? 10 тысяч? Чё работа? А тебе тоже КСУ. Зачем? Спрашивается. Ну, я берусь, допустим, да? Ну вот, даю тебе. 55 тысяч! Что? Окей. Без проблем, мужик, без проблем. Пока с тазиком побегаю. Ладно, за 55 тысяч, то фиг с ним. Так, я... У меня есть информация, нашел КПК. 3000. Я хочу купить нейтралитет с наемниками. Держи деньги. Так, неделю тебя никто не тронет. Спасибо за неделю. Привет, а стоп, брат. А по идее же можно. 15 тысяч, ё-моё. Аптечка первой помощи. Берусь. Выполнено. 7500. Пошел процесс, пацаны. Пошел процесс торговли. Все, работа тебе не нужна больше. А тебе? А, все, стрика, у них работа закончилась. Привет, фига себе. Еще раз скажу, работа. Ничего нет, все. Сказали, хватит голдмен себе хайпить. На работе. Все, вот, Гбесницкий, я же тебе говорю, я могу, просто я не хотел особо прям. Внимание деньгам уделять, так что особо не расслабляйся. У меня уже 140 тысяч имеется, так что да, более крутой противогаз возьмем. Мне рекомендовали, люди говорят, возьми. Я такой, ну ладно, хорошо. Ну да, он, кстати, будет получше, на эти деньги могу купить уже. Но особо разбазаривать денежки я уж не буду, да. Особо прям уж тратить их не надо. А то злую шутку со мной все у нас может сыграть. И отправляемся сейчас, получается, через армейские склады, через деревню кровососов в мертвый город. Так, ну вот я не знаю, куда мне эти патроны девать. Да, наверное, продам, а потом куплю М-ку у наемников. То, что она у них имеется. Здорово, Агал, собственно, давай, на тебе, то есть патроны, в принципе, мне не особо не нужны. Это я оставляю пока что. Ты куда разогнался-то, Голдмен? Разогнался куда? Так, вакцины всякие. А это что такое? Это мы оставляем. О, кстати, батарейки у меня есть. Ха, ладно, буду знать. Я бы, знаешь, что взял бы? Я бы купил бы себе PS. 15 тысяч, правда, она стоит, но говорят, имба. Так что давай, наверное, сейчас я ее и куплю. В принципе, чего бы нет, собственно. В такой небольшой обмен сделаем. 4 тысячи. Давай. А PS я покупаю. Ибо говорят, лютейшая имба. Ну-ка, давай-ка сейчас я продемонстрирую это как раз таки. Нет, для начала сейчас я починю хотя бы чуть-чуть, точнее, выгрызжу. Ну-ка. Да. Тихо, ребята, я пробовал оружие, успокойтесь. Они сразу начали тут самый шум поднимать. Блин, патроны они все продал. Ну ладно, не суть. В принципе, можем вообще вот так вот сейчас сделать. Так, вот так давай и дроби маленько. Опа, идеально. Все, с кайфом. Конечно, придется чуть через деревню кровососов, но это не сильно, думаю, прям уж страшно. Блин, я патроны не продал. Надо кого-то все-таки вещи выкладывать, да, потому что у меня есть беды с вещами, у меня слишком много вещей. С такими я не пойду в мертвый-то город, наверное, вещичками. Так, Карни, я пока тебя мимо обойду. Здорово, Агал, собственно. Ну, 6, нет, пока не буду ничего трогать. Темп огня прибавить. Сколько стоит? Стоп. 19 тысяч, да не, мужик, что-то ты много просишь, на самом деле. Не, давай-ка это самое пока повременим. Угу. Во-первых, мужик, может быть, кстати, купим себе охотчий набор вместо рюкзака. А давай, почему нет, продать, купить. Охотчий набор, он явно будет лучше, он вроде как вес. Да, ну, совсем чуть-чуть, но побольше вес все-таки дает. И он дает буст какой-то в обутывании мутантов, что, в принципе, кстати, очень важно. Так, ну все, мужик, что тебе надо еще? Надо сейчас тебе что-то продать. Да, так, вот это я не продал. 2000, кстати. Мину возьми, мне мина не нужна. 2 косаря, боже. Живем, друзья, живем потихонечку, разживаемся уже хабаром. В общем-то, я, наверное, сейчас без записи выложу всякие вещи куда-нибудь, найду тайник. Наверное, я за баром сделал тайник себе, да и все. Его никто не должен обчистить, по идее. И пойду в следующую серию уже к наемникам, друзья. Сегодня была такая чисто фарм-серия. Мы неплохо так с вами подзаработали всего. Ну и, собственно, всем всего наилучшего. До встречи, увидимся и пока-пока. Не болейте.